Доброе утро, дорогие братья и сестры. Начнем наш день с того, что прославим нашего Бога, открывая свое сердце и славь Его вместе с нами. Драгоценный Святой Бог, мы приходим пред Тобой, пред Твое лицо, мы нуждаемся в Тебе, мы хотим вознести хвалу, мы открываем свое сердце, потому что сильно нуждаемся в Тебе, мы хотим, чтобы Слово Твое, оно проникало внутрь нас, поэтому здесь и сейчас мы открываемся, и пусть наши уста наполняются хвалой и славой перед Тобой. Аллилуйя! Аллилуйя! Будем петь, петь, петь благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Возносить хвалу и славить Иисуса. Будем петь. Благодарными сердцами будем петь, петь, петь вместе с небесами, возносить хвалу и славить. Кого? Иисуса. Великий и прекрасный. Великий и прекрасный. Народы все и царства перед Тобой склонятся, Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя, Ты нас освобождаешь. Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь нас. Жизнь моя, вся жизнь моя. Будем петь, будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Возносить хвалу и славить Иисуса. Тебя, вся моя жизнь, лишь для Тебя, вся жизнь моя, Ты нас освобождаешь. Будем
будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь тебе вместе с небесами. Что мы можем воспевать Тебя, воздавать Тебе всю славу и хвалу. Открывая свое сердце, можем переживать Твое присутствие там, где мы находимся. Каждый на том месте, где мы находимся, Бог, прикоснись к нам, пусть Твой Дух Святой, Он совершает свою работу. Мы открываем свое сердце и приготавливаем для того, чтобы слушать и наполняться и углубляться в Слово Твое. Дай нам поклониться Тебе. Дай нам приблизиться к Тебе, дай нам переживать Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, драгоценный Бог. Мы приходим пред Твое лицо, потому что без Тебя ничего не можем. Аллилуйя. Чудеса твои.
прихожу к Тебе с хвалою. Чудеса Твои великие и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе с хвалою.